Рахмет Азамат, құрмет әртестер, орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан баспасөз мәслихатын бастаймыз. Сонымен кезек Қостанай облысының әлеметтік экономикалық даму жайлы білуге келдім. Өздеріңіз білесіздер, Қостанай облысы елімізде астығымен танымал. Десекте, соңғы уақытта өңірде тау-кен өндірісі қайта өңдеу бағытында, әсіресе көлік құрастыру саласында ауқымды жобалар жүзеге асырылуда. Машина жасауда жеңіл автокөлік модельдерінің түрі көбейді. Республика өндірілген барлық автокөліктің 61% Қостанай облысына тиесілі. Жыл басынан бері 75 000 автомобиль жиналды. Более подробно об итогах социально-экономического развития Костанайской области расскажет Аким Кумар Аксакалов. Кумар Ергебайұлы, қош келдіңіз, саламызға. Сөз кезегі өзіңізде, мархабат. Рахмет. Құрметті брифингке қатысушылар, мемлекет басшысының тапсырмалары аясында біздің барлық іс-әрекеттеріміз өңірдің негізгі салаларында құрылыс индустриясында тұрақты даму қарқынын қамтамасыз етуге және сақтауға халықтың өмір сүру сапасы мен жұмыспен қамтылуын арттыруға бағытталған. 2023 жылғы 10 айдың қорытындысы бойынша облыста негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерге қатысты 10 динамика тіркелді. Мәселен, өңдеу өнеркәсібі 16.1%, құрылыс 21.5%, инвестициялар 7.4%, сауда 3.9%, көлік 3.6%, тұрғын үй пайдалануға енгізу 4.3%-ке өсті. Ауыл шаруашылығы 20.7%-ке төмендеді. Орташа айлық 21.2%-ке өсіп, 290 теңгеге жетті. Әр салаға жеке тоқталсақ. Өнеркәсіп. Өнеркәсіп көлемі 2 триллион теңгеден асты. Айтарлықтай өсім өңдеу өнеркәсібінде тиесілі 16.1%, оның ішінде машина жасау өндірісі 33.9%, тамақ өнімдерін 10.5%, және сусын өндірісін 5.5%-ке ұлғайту есебінен қамтамасыз етілді. Машина жасауда жеңіл автокөлік модельдерін түрі көбейді. Республикада өндірілген барлық автокөліктің 61%-ы Қостанай облысына тиесілі. Жыл басынан бері 75 000 автомобиль жиналды. Біздің алдымызда мемлекет басшысы өз жолдауында атап өткендей, елдің берік өнеркәсібін құру міндеті тұр. Сондықтан өңдеу секторының жедел дамуына басты назар аударылатын болады. Поручение главы государства будет исполнено за счет и реализации новых индустриальных и инновационных проектов. К примеру, ТО «Сарыарка Автопром» реализует проект по мелкоузловому производству автомобилей «Chevrolet Onix» мощностью 30 тысяч единиц автомобилей в год, стоимостью более 23 миллиардов тенге инвестиций и созданием 400 новых рабочих мест. Проект готов, практически мы его на стадии реализации. Как эффект увеличения объемов производства на 20%. В текущем году на территории индустриальной зоны также планируется запуск 2 проектов. Первый – это по производству кабин для тракторов. Стоимость этого проекта 8,3 миллиарда тенге. Как эффект, ежегодное поступление в бюджет 180 миллионов тенге. И по производству кузовов надстроек коммунальной техники 180 новых рабочих мест появляется на этом проекте. Развитие отрасли характеризуется также реализацией новых проектов. Так, 11 ноября текущего года был дан старт строительству нового автозавода «Киа». Объем инвестиций составит 90 миллиардов тенге, мощность 70 тысяч автомобилей в год, будет создано 1500 новых рабочих мест. Хочу отметить, что компания Kia впервые в истории делает прямую инвестицию в совместное предприятие и строительство завода за пределами Республики Корея. Первый автомобиль сойдет с конвейера уже летом 2025 года. Также начинаем строительство локализационного центра по производству автокомпонентов. Стоимость 13 миллиардов тенге с созданием свыше 800 новых постоянных рабочих мест. Приступаем к разработке проекта по строительству завода по производству горячебрикетированного железа. Налоговое отчисление, бюджет от данного проекта, когда он будет реализован, составит порядка 60 миллиардов тенге в год. Дополнительно будет создано свыше 1000 новых постоянных рабочих мест. В целях обеспечения сопутствующей инфраструктурой планируем строительство транспортно-логистического центра,
работающего по принципу сухой порт. Сумма инвестиций составит порядка 37 миллиардов тенге, будет создано 350 новых постоянных рабочих мест. Положительным эффектом от реализации проекта станет создание международного транспортно-логистического хаба, а также ежегодное поступление в бюджет в размере 3,5 миллиардов. Вблизи города Аркалыка на месторождении Маятас ведутся геолого-разведочные работы для определения запасов твердых полезных ископаемых. В последующем, когда, если запасы будут подтверждены, будет построен горно-обогатительный комбинат стоимостью порядка 315 миллиардов тенге. В результате реализации проекта налоговые отчисления в бюджет составят порядка 37 миллиардов тенге. Следующий проект – это сталеплавильный завод в городе Кустанай. Мощность 1 миллион тонн продукции, созданием 600 новых постоянных рабочих мест. Будут выпускаться новые виды продукции, способствующие увеличению импортозамещения. Это катанка, проволока и другие металлические изделия. В исполнение поручения президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева об увеличении доли возобновляемых и альтернативных источников энергии в следующем году начнется строительство газопоршневой электростанции мощностью 40 мегаватт, стоимость 20 миллиардов тенге и первой в области солнечной электростанции мощностью 22 мегаватта. Объем инвестиций 13,4 миллиарда тенге. В этом году до конца года запускаем в эксплуатацию ветровую электростанцию мощностью 48 мегаватт, стоимостью порядка 24 миллиардов тенге вблизи города Аркалыка. Как эффект, ввод данных объектов в эксплуатацию увеличит выработку собственной электроэнергии области на 110 мегаватт или на 32% дополнительно. Внедрение возобновляемых источников энергии окажет положительное воздействие на повышение уровня надежности энергообеспечения, будут сокращены выбросы углекислого газа в окружающую среду, а также созданы новые рабочие места. В целом, на ближайшую перспективу в области сформирован пул из 47 проектов на сумму порядка 3 триллионов тенге с созданием свыше 11 тысяч новых рабочих мест. По итогам 2023 года ожидаем, что валовый объем обрабатывающей промышленности будет увеличен на 10-15%. Инвестиция. Ел президента атабы өткөндөй, инвестиция тартуудун тиімді жүйесін куруу кажет. Эсептик кезеңде облыска 7.4% өсүм менен 393 миллиард теңге инвестиция тартылды, онын 80% ол жеке инвестиция. Ағымдағы жылы шамамен 216 миллион АКШ доллары тікелей шетелдік инвестиция тартылды. Инвестициялық тартылымдылықты артыру үшін біз инвесторларды қолдаудың өндірістік, көліктік және сервистік инфрақұрылымның жетілдіруді жалғастырамыз. Ауыл шаруашылығы. Жыл басынан бері ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы өнімі 611 миллиард теңгені құрады. Биыл ауыл шаруашылығы үшін ең қолайсыз жыл болды. Бәріміз білеміз, астықты молынан жинаймыз деген жоспарымыз болған еді. Дегенмен де ауа райының құрт өзгеруіне байланысты егін жинау жұмыстарына көп кедергі келтірді. Жауын шашынның орташа жылдық нормасы 2 еседен асып 180 миллиметр көлемінде жауын жауды. Осыған қарамастан мемлекетті қолдау шаралары арқасында келесі жылға егіс жұмыстарына қажетті қор жиналды. Көктемгі дала және егін жинау жұмыстарына қомақты бюджет қаражаты бөлінді. Салаға 11% өсіммен 84 миллиард теңге инвестиция тартылды. 2024 жылғы өнімге қажетті тұқым 100% толтырылды. Мал азығы да толық дайындалды. Осылайша қазіргі таңда халықты азық түлікпен қамтамасыз етуге мүмкіндігіміз бар, өйткені барлық өнімді өзіміз шығарамыз. Әрине, біздің басты мақсатымыз жыл сайын өндіріс көлемін артыру, бұл жұмыс жалғасатын болады. Соның ішінде мал шаруашылығын дамыту. Облыста сүт және сүт өнімдері бойынша импортқа тәуелділікті төмендету, өз өндірісін ұлғайту мақсатында жыл сайын кемінде 10 жаңа ірі өнеркәсіптік сүт тауарлы фермалары салынатын болады. Алғашқы сүт тауарлы фермасының 7 жобасы іске асыру басталды.
жана өнеркәсіптік сүт фермаларын енгізу ұйымдастырылған шаруашылықтарда өнім өндірісін 30%-ке ұлғайтуға мүмкіндік береді. Мемлекет басшысы айтып өткендей, басты міндетіміз алдағы 3 жылда өнеркәсіп кешеніндегі өндірілген өнімнің көлемін 70%-ке жеткізу. Өткен кезінде 351 миллиард теңгеге жуық азық-түлік өнімдері өндірілді. Бұл өткен жылмен салыстырсақ 10,5%-ке артық. Мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау үшін өңірде мынандай инвестициялық жобаларды іске асыру жоспарланып отыр. Бұршақ дақылдарын қайта өндеуге бағытталған толық циклді Кайдзен жауапкершілік шектеулі серіктестігі заводы пайдалануға беру сатысында өндіріс қуаттылығы жылына 100 мың тоннаға дейін жаңа 70 жұмыс орны ашылады. Ірі түрік холдингін тарта отырып, бұршақ дақылдарын қайта өндеу заводын салу жөніндегі жоба да маңызды болып табылады. Жобада дәнді және бұршақты дақылдардың барлық түрлерін өндеу көзделген. Заводын қайта өндеу қуаты жылына шамамен 140 мың тонна құрайды, 100 жаңа жұмыс орын ашылады. Кәсіпорындар облыста шығатын бұршақ дақылдарын барлық көлемін өндейтін болады. Сондай-ақ басқа өңірлерден де сатып алуды да жоспарлап отыр. Проведен технический запуск фермы по производству сухого кобылевого молока мощностью 40 тонн сухого молока в год стоимостью 10 миллиардов тенге. При выходе на полную проектную мощность будет здесь создано порядка 100 новых рабочих мест. С вводом фермы в области появился новый уникальный вид продукции, который при длительном хранении не будет терять своих качеств. В настоящее время товар проходит сертификацию. Для наших предков кумыс был важным продуктом, сохраняющим здоровье и избавляющим от тяжелых недугов. Сухое молоко по качеству будет приближено полезным показателям саумала. Благодаря новым современным технологиям мы можем не только сохранить это наследие, но и вывести его на новый международный уровень. Следующие проекты – это комплекс по производству сыров 10 новых видов с привлечением известного немецкого производителя Deutsches Milchkontor. Введение нового объекта позволит нарастить производственные мощности и обеспечить рост объема производства сыров в 1,5 раза по области. Это также отразится на снижении импортозависимости. Стоимость проекта более 7 миллиардов тенге, мощность 2000 тонн продукции. Запуском нового завода мы увеличим долю переработанного молока в области с 46% до 60%. Закроем потребность местного населения в сырах. Завод будет запущен в начале следующего года. Кроме того, имеется договоренность об экспорте данной продукции в Германию. В 2024 году начнется строительство фабрики по производству кондитерских изделий. Эффект увеличения объема производства на 17 тысяч тонн. Инвестиции составляют 13 миллиардов тенге. Свыше 260 новых рабочих мест появляется. Это женщины в основном будут трудоустроены. Также работаем над реализацией проекта по глубокой переработке зерна пшеницы, где будут производиться крахмал, глютен, сиропы. Стоимость этого проекта порядка 50 миллиардов тенге, мощность 330 тысяч тонн переработки пшеницы, созданием 600 новых рабочих мест. Создание новых производств в сфере АПК позволит повысить качество отечественной продукции, расширить ассортимент товаров и, самое главное, повысит продовольственную обеспеченность. Тұрғын үй құрылысы. Құрылыс саласы өңір экономикасында тұрақты өсіп келе жатқан саланың бірі. Тұрғын үй құрылысын қарқынын артыру жалғасуда. Ағымдағы жылдың соңына дейін 450 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі. Бүгінгі таңда 413 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Өсім 4,3%, яғни 3,5 мың отбасы тұрғын үй жағдайларын жақсартатын болады. Құрылыс тек облыс орталығында мен қалаларда ғана емес, аудандарда да жүргізіліп жатыр. Бұл мақсаттарға 28 миллиард теңге бөлінді, қаражат көлемі өткен жылмен салыстырғанда 2 есеге көп. Жастарды тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін Қостанай жастары бағдарламасы белсенді іске асырылуда. Биыл біз бағдарлама ауқымын кеңейтіп, қаржыландыру сомасын 3 есеге арттырдық.
бөлінген 2 миллиард тенге есебінен кемінде 140 отбасын тұрғын үй жағдайлары жақсаратын болады. Жолдар. Президент өз жолдауында көлік логистика саласы елдің экономикалық даму локомотивтерінің біріне айналуы тиіс деп атап өтті. Елдегі автомобиль жолдарын ең үлкен ұзындығы ол Қостанай облысында 9179 километр. Ағымдағы жылы автожолы саласының бюджеті 56 миллиард теңгеге жетіп отыр. Бұл өткен жылғы деңгейден 30%-ке артық. Биылғы жылы 700 километр автожолы және 94 елді мекенде 300 көше жөнделді. Жүргізілген жөндеу жұмыстарының нәтижесінде жақсы және қанағаттандырарлық жағдайдағы автомобиль жолдарының үлесі 87%-ті құрады. Сумен жабдықтау. Қазақстан Республикасы президентінің тапсырмасына сай қалалар мен аудандардың тұрғындарын 100% ауыз сумен қамтамасыз ету қажет. Ағымдағы жылы сумен жабдықтау бойынша жалпы сомасы 22 миллиард теңгеге жуық 69 жоба іске асырылды. 2023 жылдың қорытындысы бойынша 37 жобаны пайдалануға беру жоспарланып отыр. Нәтижесінде 2023 жылдың қорытындысы бойынша ауыл тұрғындарының сумен жабдықтауы 86.6%-ке дейін жетпек. Жылумен жабдықтау. Ағымдағы жылы жылумен жабдықтау желілерін қайта жаңғырту бойынша жалпы сомасы 14 миллиард теңгеге болатын 19 жоба іске асырылды. Бұл тағы да былтырғы жылмен салыстырсақ 7 есеге көп. 21.4 километр жылу желілері қайта жаңғыртылды. Бұл желілердің тозуы 2.5%-ке төмендетуге мүмкіндік берді. Қазақстан Республикасы президентінің 2029 жылға дейін сайлау алды бағдарламасын орындау үшін жылумен жабдықтау желілерін тозуын 43%-ке дейін төмендету жөніндегі жұмыс жалғастырылатын болады. Сапалы интернеттің болуы маңызды мәселе. Осы жылдың тамыз айында ұялы байланысты дамыту бойынша меморандумға қол қойылды. Қазақтелеком акционерлік қоғамымен облыс орталығындағы жаңа буын 5G интернеті бойынша Билайн компаниясына ауылдарды жоғары сапалы 4G мобильді интернетпен қамтамасыз ету бойынша. Бүгінгі таңда 492 ауылдық елді мекеннің 331-де сапасы жақсы байланыс бар. Байланыс операторымен бірлескен жұмыстың қорытындысы бойынша 4G стандарттағы мобильді интернет деңгейі 2026 жылдың соңына қарай 100% жеткіземіз. Жылына ең кемінде облыс бюджеттен 1 миллиард теңге бөлінеді, мачта қойылады, оған қажет ететін құрал қойылады, мына компаниядан сол кезек-кезекмен 2026 жылына қарай 100% бүткіл ауылдарда жақсы интернет болайын деп тұр. Теперь немного о социальной сфере. В целях недопущения роста безработицы в текущем году уже оказано содействие в занятости 40 тысячам граждан. До конца года охват составит 42 тысячи человек. Для оказания поддержки молодежи в развитии бизнеса, согласно поручению главы государства, предоставляются льготные кредиты под 2,5% годовых в размере до 5 миллионов тенге. На эти цели предусмотрено 900 миллионов тенге для 180 молодых граждан. В рамках реализуемых национальных проектов с начала года создано 19,5 тысяч рабочих мест, в их числе почти 13 тысяч на постоянной основе. Принимаемые меры благоприятно отражаются на сдерживании уровня безработицы, который по итогам третьего квартала текущего года составил 4,7%. Образование. Объем финансирования сферы образования вырос на 17% и на текущий год составил почти 180 миллиардов тенге. Ведется строительство 3 школ на 1980 мест. В областном центре открыл двери дворец школьников Ай-Кустанай, где 1300 школьников смогут развивать свои знания и способности в различных сферах. До 2025 года запланировано строительство 9 современных школ на 7,5 тысяч мест, 8 из которых в рамках проекта «Комфортная школа».
Результатом проводимой работы является повышение качества образования. Так, по итогам международного исследования ПИЗа, наша область заняла второе место в республике. Здравоохранение. Финансирование сферы медицины в текущем году составило 109 миллиардов тенге, что на 26% больше уровня прошлого года. В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в декабре будут открыты 6 медицинских объектов. В 2024 году планируем начать работы по строительству еще 19 медорганизаций на селе. Проводится работа по привлечению медицинских кадров в регион. С начала года в область прибыло 160 врачей, из них молодых выпускников 84, из других регионов республики 76. Для тех, кто хочет работать в нашей области, выплачиваются подъемные в городской местности 3,5 миллиона тенге, в сельской местности 5 миллионов тенге. В 2023-2024 годах планируется привлечение не менее 100 врачей ежегодно. В результате проводимые в области мероприятия положительно влияют на динамику основных показателей здоровья. Так, по сравнению с прошлым годом снижены показатели младенческой смертности на 30%, материнской смертности на 20% и смертности от болезней системы кровообращения на 16%. Отмечен естественный прирост населения на 1124 человека. Хурметті журналистер, бұл біздің облысымыздың даму туралы қысқаша мәліметтер. Енді сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Рахмет. Рахмет, әкім мырза. Әріптестер, өңірдің жетістіктері, дамуы қандай салада болмасын қабылданып жатқан шаралар туралы спикеріміз баяндамасында айтып өтті. Енді сұрақ-жауап бөліміне көшеміз. Регламентті қайта айтпай қояйын, барлығыңыз білесіздер. Бірақ ең бастысы сабырлық сақтап, субординация сақтап, бір-бірімізді құрметтеп ұрыспайықшы. Шарамыздан соң, егер де жауап қанағаттандырмай жатса, шарамыздан соң спикерден нақтылап алсаңыздар болады. Сонымен Аслан Қаженов, Хабар 24. Сәния Көлжасарова, дайын тұрсаңыз. Жылына 10 тауарлы сүт фермасын ашу қажет деген мәселен жиі көтересіз. Ол солтүстік Қазақстан облысын басқарған кезде де сол айтылды. Жиі айтып берсеңіз, бастама жүзеге асып жатыр ма? Қашан игілігін көре аламыз? Қалай жүзеге асады? Рахмет сұрақтарыңызға. Шын, мен осы мәселені ылғи да көтеріп жүрем. Өйткені өкінішке орай біраз азық-түлік түрлері шетелден елге алып келіп, біз өзіміз шығаратын өнімдер. Сүттен мысалы 10 әртүрлі тауарлар шығарады. Бірақ қана осы мал шаруашылығымен осы айналысатын азаматтар өкінішке орай әлі аздау. Сондықтан мен өзімнің пікірім, жерің болса, міндетті түрде сен мал шаруашылықпен айналысу керексің. Өйткені ауыл жерлерде әлі жұмыссыз жүрген азаматтар өте көп. Сондықтан ал көп жұмыс орын ашатын ол жаңағы сол сүт тауары фермалары. Сондықтан ең кемінде бір 35-40 адам сүт тауары фермалары ашылса, міндетті түрде сол жыл сайын 35-40 адам жұмысқа тартылады. Ол тиімділік осында. Солай емес пе? Және де өзіміздің кәсібіміз, ата-бабаларымыздың кәсібі сүт, ет толығымен шығарып тұрсақ, ол да жаңағы сол азық-түлік қауіпсіздігі, және де жұмыс орындары, және де қаншама сүт және ет қайта өңдейтін заводтардың жұмыстары. Осы тиімді. Әрине, біз ең кемінде жаңағы 10 ферманың салуын жоспарлап отырмыз. Биыл 7 ферманың құрылысы басталып кетті. Жаңағына сол өз-өзімді айтып кеттім. Бірақ қана жаңағы жоспарымыз бар. Ең кемінде жаңағы 10 ферма саламыз. Рахмет. Сәния, русская редакция, Хабар 24. Добрый день. Последние несколько лет на территории Костанайской области были засушливыми. Насколько нам известно, это сильно сказалось на развитии сельского хозяйства. Скажите, пожалуйста, какие меры предпринимаются в регионе, чтобы минимизировать подобные риски в дальнейшем? Спасибо. Очень важный вопрос, спасибо. Очень важный вопрос для всего сельского хозяйства страны, не только для Костанайской области. Очень актуальный вопрос. Поскольку мы все ощущаем реально изменение климата. Вот, к примеру,
Последние 5 лет на территории Кустанайской области 2019 год и 2021 год были крайне засушливыми. 2023 год все залило. Вот я в своем выступлении сказал, что мы получили в августе-сентябре 180 миллиметров осадков, что в 2,5 раза больше, чем среднемноголетние данные. Конечно, это сказалось на результатах, на качестве хлеба. Поэтому сейчас предпринимателей агитировать за то, чтобы они применяли влагосберегающую технологию, не приходится. Они уже обожглись. Поэтому влагосберегающая технология применяется многими. У нас порядка 2 миллиона гектаров, те или иные процессы применяются влагосбережение. Влагосберегающие технологии нужны уже с зимы, то есть надо снег, который выпадает, сохранить. Это простые технологии. Потом весеннюю влагозарядку надо сохранить, проборонить все поля, значит, все фоны, вплоть до сенокосных угодий надо проборонить для того, чтобы сохранить влагу. И, конечно же, при самом посеве нужно использовать минимальные технологии. А это применение новых видов сеялок, это применение сортов, которые выдерживают засуху, и так далее. Вот у нас последние годы хорошо показывают сорта отечественной селекции. Вот Айна, это карабулская селекция. Это фантазия сорт, который выдерживают и приспособлены к засухоустойчивой среде. Конечно же, также надо работать над орошением. У нас сегодня пока 7 тысяч гектаров занимает земли под орошение, нужно как минимум в 2 раза увеличить. Такой план у нас есть, и государство сегодня принимает меры для того, чтобы снизить расходы предпринимателей, которые занимаются орошением. Рахмет. Спасибо, Рахмет. Спасибо, коллеги. Если будем идти такими темпами, я думаю, все наши коллеги, все 32 журналиста успеют задать свои вопросы. Спасибо за понимание. Телеканал «Астана», пожалуйста, Яна. Здравствуйте. Кумар Ергебаевич, несколько недель назад на Соколовско-Сарбайском горно-обогатительном производственном объединении погиб рабочий. И мы знаем, что это не единичный случай. Скажите, какая работа проводится вот с целью снизить производственный травматизм на предприятиях? Спасибо. Спасибо. На самом деле у нас такая проблема существует. У нас ежегодно порядка 120-130 случаев происходит. Это в основном на крупных промышленных предприятиях. После последнего случая, который произошел на ССГПО, у нас там погиб рабочий, мы еще раз проверили все данные. Все крупные промышленные предприятия, они сегодня должны исполнять конвенцию Международной организации труда в части сохранности исполнения принципов безопасности труда. Вот это мы еще раз прошлись. Теперь на ССГПО сейчас дополнительные меры контроля созданы. Это общественники начинают контролировать совместно с теми людьми, которые должны заниматься этим профессионально. Теперь еще и общественники подключены для того, чтобы пройтись по всем этим случаям. Соблюдается ли? Конечно, надо усилить и всеобыч. И надо усилить еще и исполнение самими работниками мер предосторожности. Нужно не только знать, но еще и исполнять все эти меры. Вот весь комплекс работы сейчас идет. Спасибо. Спасибо. Информбюро Айдана Сисимбек с нами на прямой связи. Айдана, добрый день. Здравствуйте. Кумар Ергебаевич, недавно в Кустанае дали старт строительству автозавода «Киа Казахстан». Проект грандиозный по своим меркам, и Кустанайская область станет первой в Казахстане и мире, где «Киа» открывает зарубежное производство за счет собственных средств. Как региону удается удерживать лидерство в сфере инвестиционной привлекательности? Спасибо.
На самом деле, это очень важный проект для автомобилестроения, для развития обрабатывающей промышленности нашей страны. 1500 рабочих появляется. Это все инженерные специальности. Это самый современный будет завод, роботизированный. Многие процессы, они автоматизированы. Как я и говорил выше в своем выступлении, за 2 года данный проект будет реализован. 70 тысяч автомобилей, 90 миллиардов тенге инвестиций. Очень важно, что, еще раз хочу повторить и акцентировать внимание, что компания Kia впервые в своей истории за пределами Республики Корея выделяет деньги и финансирует проект. Это очень важно. Это говорит о доверии к стране, к его инвестиционному климату. Теперь я считаю, что для того, чтобы такие проекты были реализованы, нужно очень плотное сопровождение, начиная от идеи до завершения, поскольку инвестора, они встречаются со множеством бюрократических препонов. Вот для того, чтобы эти препоны быстро решать, нужно очень тесное сопровождение. Без этого многие проекты, они, к сожалению, наверняка не смогут быть реализованы. Вот я лично так считаю и именно так и работаю. Наиболее крупные проекты, они находятся под моим, так сказать, патронажем. И мы ведем, ежемесячно мы встречаемся, проводим видеоселекторы со всеми госорганами. Что должен был сделать госорган, анализируем, что должны были сделать инвестора, что должны были сделать госорганы. Вот такая очень плотная работа. Спасибо. Айдана, есть еще вопрос? Да, есть еще один вопрос. Сегодня в Костанайской области к реализации на ближайшие несколько лет действительно заявлены сразу несколько масштабных инвестпроектов. Расскажите о них подробнее, пожалуйста. Значит, я уже в своем выступлении очень коротко сказал, но хотел бы еще более конкретизировать. Первый проект, о котором хотел бы сказать, это завод по горячебрикетированного железа в городе Рудном. Мы будем перерабатывать руду, большую часть руды, железной руды, будем перерабатывать на месте. Слышали, не слышали, но вот запасы железной руды вот у нас в Костанайской области это 4% мировых запасов железной руды в мире. К сожалению, мы ее не перерабатывали, увозили в другие государства. Теперь компания ERG будет строить большой завод. Стоимость его порядка 2 миллиардов долларов. Это первоначальный этап. И будем перерабатывать и получать горячебрикетированное железо. 1000 рабочих мест появляется. Но это еще тоже половина продукта, который необходим для получения металла. После того, как будет первый этап завершен, будем думать, как реализовать еще второй проект для получения уже конкретного металла. Сталеплавильный завод в городе Кустанай. Это опять-таки переработка металла. Получаем новый продукт. Проволока, катанка, другие металлические изделия. 600 новых рабочих мест появляется. Известная компания, это Евразия Каспиансталь, она в Кустанае производит ежегодно 400 тысяч тонн арматуры. Вот эта компания, она собирается расширять и доведет его до 1 000 000 тонн. Это тоже крупнейший проект. На территории Кустаная сейчас реализовывается проект «Чугунолитейный завод». Он, технический запуск мы его сделаем в декабре, а полноценно будет работать уже второй квартал следующего года. Будем производить блоки двигателей грузовых автомобилей. Будем изготавливать головки блоков грузовых автомобилей. Это первый проект. Второй проект – это изготовление балки заднего моста грузовых автомобилей. То есть, начиная от изготовления корпуса, отливки корпуса до редукторной части –
заднего моста. То есть это будет полноценный задний приводной мост для грузовых автомобилей. Сейчас оборудование идет полным ходом. На первом проекте оборудование практически все пришло. Сейчас идет пусконаладка. А на втором проекте, где задние мосты, то мы тоже видим, как оборудование приходит. Все самое современное оборудование, автоматизированное. И все эти проекты идут по плану в целом. Спасибо. Спасибо, Айдана. Казинформ, Мурат Арайлым. Қостанай облысының 29 ауылында әлі күнге дейін интернетпен байланыс жоқ екен. Бүкіл облыс үзіліссіз интернетпен және байланыспен қашан қамтамасыз етіледі? Рахмет. Ол халықпен кездескенде осы мәселе ылғи да көтеріледі, өйткені бүгінгі күні интернетсіз өмір жоқ. Солай емес пе? Балаларға да, үлкендерге де интернет керек, сапалы интернет керек. Жаңағы да айтқанымдай, 492 ауылдың тек қана 67%-інде ғана сапалы интернеті бар. Сапалы интернет дегеніміз ол 4G. Қалғандарына 3G, 2G ол сапасыз интернет. Сондықтан жаңағы сөзімде айтып кеттім, Қазақтелеком басшылығымен және де Билайн компаниясының басшылығымен біз меморандумды жасадық, келістік. Жыл сайын облыс бюджеттен 1 миллиард теңге бөлінетін болады. Мачта қоямыз, сол мачтаға жаңағы екі компания өздерін сол құрал жабдықтарын қойып, жыл сайын ең кемінде бір 50 шақты ауылдарды жақсы интернетпен қамтитын боламыз. У меня еще есть второй вопрос. 3 октября вы высказались против точечной застройки в уже существующих микрорайонах областного центра. Даже призвали пересмотреть выданные строительным компаниям архитектурно-планировочные задания совместно с прокуратурой, чтобы проверить их законность. Расскажите, как мы можем отследить эффективность ваших рекомендаций, насколько они выполняются? Действительно, такое поручение было высказано. Почему? Потому что в старой части города, если мы будем строить дома, то мы приведем к переуплотнению, и это будет коллапс, транспортный коллапс, так, пробки, нагрузка будет ложиться на инфраструктуру, на коммуникации, тепло, вода, и, конечно же, нагрузка ляжет на инфраструктуру социальную, то есть школы, больницы и так далее. Поэтому очень осторожно надо подходить к этому вопросу. Вот не выдавать всем, кто хочет строить, ни в коем случае. Только лишь после тщательного анализа нагрузки, если это не приведет к транспортным там, коллапсу, пробкам, опять-таки повторяюсь, к нагрузкам на социальную инфраструктуру, то можно дать. То есть это надо изучать внимательно, а не так, что вот он землю купил, значит, экспертизу провел, на тебе, пожалуйста, строить. Так не должно быть. Поэтому старая часть, это речь идет о старой части города. В новой части города, пожалуйста, есть окраины, стройте, мы только будем приветствовать. А что касается именно старой части города, тут нужно очень осторожно. Сейчас акимат города даст полностью весь список, кто строит, значит, кто хочет строить, и мы будем внимательно смотреть, чтобы не было здесь перекосов. Угу. Рахмет. Рахмет. Казправда, Асель, у вас вопрос есть? Пожалуйста. Здравствуйте. Кумар Ильгибаевич, вот на днях, объявляя старт строительства завода «Кия», о котором сейчас вот говорили коллеги, вы сказали, что также начинается строительство ветки магистрального газопровода из Актюбинска до Костанаю включительно. Вот хотелось бы узнать, какой экономический эффект вы ожидаете от реализации этого проекта? Спасибо. Это супер важный вопрос. Начну с того, что на протяжении последних 3 лет в Кустанайской области не выдаются технические условия на подключение к газу ни частным лицам, ни предприятиям.
И если работы по подключению к газу в данное время идут, то это ранее выданные разрешения 2000-х годов там, и так далее. Поскольку объема газа нам не хватает. У нас по трубе мы получаем 311 тысяч кубов в час газа. Потребность в разы больше. В разы больше. Мы понимаем же, что экономика должна развиваться, а для того, чтобы ее развивать, нужны ресурсы. Энергетические ресурсы, газ, электроэнергия, вода и так далее, и так далее. То есть вот это очень важно. Поэтому во время визита главы государства в Кустанайскую область в январе текущего года мы продемонстрировали президенту нашей страны, какие возможности могут открыться для области в случае получения дополнительного объема газа, скажем так. Президент дал поручение правительству, и мы благодарны, что правительство быстро приняло решение, и вот в октябре месяце уже вышло постановление о разработке технико-экономического обоснования на строительство газопровода с Актюбинской области до города Кустанай. И вот благодаря вот этим газу мы реализуем проекты. Вот то, что я выше говорил, это все капиталоемкие проекты, энергоемкие проекты. И плюс у нас сегодняшний день только 28% населенных пунктов газифицированы по Кустанайской области. 28%. Конечно, это существенно позволит нам газифицировать районы, которые не газифицированы. Это Миндогоринские, это Узункольские, это Сарыкольские, Карасузские районы, которые совсем не газифицированы. И у нас есть города, в городской местности много территорий, которые не газифицированы. То есть мы получим колоссальный эффект в случае решения этого вопроса. Ну, я думаю, уже принято решение, эта работа начнется. Спасибо. И еще один вопрос. Глава государства во время рабочего визита в Кустанайскую область встретился с жителями города Рудного, пострадавших в результате прорыва теплотрассы. И вот хотелось бы узнать, каково сегодня положение дел на Руднинской ТЭЦ? Да, было такое в прошлом году. У нас действительно тоже отопительный сезон прошел непросто. И в городе Рудном было очень много аварий на магистральных теплосетях. И глава государства специально посетил жилые дома, встретился с жителями, которые были отключены от тепла. И было дано поручение мне, и было дано поручение правительству принять все необходимые меры оперативно для того, чтобы решить эти вопросы. У нас, к сожалению, износ теплосетей один из самых высоких по стране был по городу Рудному, по городу Аркалыку. До 90% магистральных тепловых сетей были изношены. Поэтому вот, если вы обратили внимание, я в своем выступлении говорил, в 7 раз увеличили финансирование на ремонт теплотрасс. В 7 раз по сравнению с прошлым годом. Вот в результате большая работа была проведена вот по Рудному, по городу Аркалыку, да и в городе Кустанае микроаэропорт, там тоже были очень часто порывы, и жители оставались без тепла. Опять-таки магистральная труба рвала. Вот тоже вот три самые наиболее сложные участки мы прошли в этом году летом, успели. Я надеюсь, что этот отопительный сезон уже пройдет менее проблемным. Рахмет. Анастасия, закон КИЗ. Господин Аким, в этом году вы в Кустанае запустили спортивные школьные лиги. Расскажите, какой эффект и каковы дальнейшие планы по развитию спорта в регионе в целом, и так как у Кустанайской области есть все шансы стать спортивной столицей Казахстана. Действительно, у Кустанайской области есть хорошие традиции спортивные. Наличие только трех ледовых арен в одной области говорит о многом. В городе Рудном ледовая арена, в городе Кустанае две ледовых арены. И каждая область имеет такую спортивную инфраструктуру. Поэтому это все говорит о том, что мы должны, наша область должна показывать результаты спортивные. Вот для этого была запущена школьная лига, для того, чтобы уже на уровне школ вот эти соревновательные процессы, они шли в течение всего года. И мы видим, что 250 школ, по-моему, уже участвуют в этих играх в течение всего года. Мы выделили
порядка 100 миллионов тенге для того, чтобы дети могли покушать, значит, на проезд, на оплату, значит, судей. Вот эта работа. И плюс еще мы запустили студенческую спортивную лигу. Там тоже деньги были выделены. И мы надеемся, что это все даст соответствующий результат, конечно же. Сәттілік тілейміз. Ержан Райханов, бас агро, кезек өзіңізде. Здравствуйте, Кумар Иргибаевич, я бы хотел бы уточнить у вас, прежде чем задать свой вопрос, вы когда-нибудь пользовались общественным транспортом города Кустанай? Вот в должности акима области или вообще? Вообще. Вообще, конечно. И как? Я же, это же моя родина. А пробовали ли вы стоять на остановках в холодную погоду? Конечно, было такое. Угу. Жители окраин Кустаная жалуются на продуваемые остановки и хотят, чтобы чиновники постояли на них хотя бы 15 минут и поняли, каково это ждать общественный транспорт. Скажите, пожалуйста, когда на окраинах Кустаная установят такие же теплые павильоны, как в центральной части города, и сколько стоят такие остановки? По остановкам стоимость я вам не скажу, но в начале этого года, когда мы обсуждали работу общественного транспорта, мы договорились, первое, это существенное обновление автобусного парка. Мы сейчас ждем порядка 59 новых автобусов с Караганды. Значит, средства зарезервированы, они увеличенная база, 10-метровые, существенно увеличиваем парк новых автобусов, и количество мест там намного больше. Плюс второй вопрос, который мы обсуждали, это теплые остановки. И я вам сейчас не скажу точно, но теплые остановки, я вижу, они появляются в городе. Наверняка, как вы правильно сказали, в центральной части. Но эта работа ни в коем случае не остановится. И по окраинам везде будут также установлены теплые остановки. Это обязательно. Они стоят не так дорого. В принципе, мы это потянем. Была информация, что касательно насчет вашего пожелания, значит, обязательно я пойду и проедусь. Угу. Можно, пожалуйста, уточнить по поводу вот стоимости, если после брифинга... Давайте, я сейчас уточню. Хорошо, мой следующий вопрос. Саранчу и сайгу называют бедой казахстанских фермеров. В этом году из-за засухи сайгаки начали массово поедать посевы наших аграриев. Скажите, пожалуйста, сколько процентов урожая было испорчено данными животными в Кустанайской области? И поддерживаете ли вы отстрел сайги в Казахстане? Уже решение принято, значит, регулирование популяции сайгаков. Поэтому, конечно, нужно регулировать. Решение принято, правительство, значит, уже работа началась. Что касается посевов, по-моему, около 50 тысяч гектаров были подвержены, значит, вот в Джангельдинском, Амангельдинском районе и в Наурзумском районе. Угу. То есть вы поддерживаете такой закон, отстрел сайги в Казахстане? Да, мне есть спикеров, пожалуйста, после пресс-конференции, как раз вот уточнить спикеры и ответить вам, хорошо? Закон принят, уже решение принято правительством. Спасибо. Жанар Сердали на Бейснюс Кизет. В вашем регионе начали выпускать тушенку из сайгачьего мяса. По какой цене выпускается тушенка, какими будут объемы и в какие области Казахстана будет она поступать? Угу. Ну вот вопрос в продолжение темы. Коль решение о регулировании популяции принято, естественно, надо его перерабатывать, этот продукт. Да, в Аркалыке началась переработка этого мяса, значит, на мясокомбинате Тургайет. Перерабатывают в тушенку и отправляют в разные города. Угу. Кумар Эльгибаевич, скажите, пожалуйста, а вы сам пробовали такую тушенку? Вам понравилось мясо? Пока еще нет. Пока еще Спасибо. Нет. Тогда второй вопрос, Жанар Сердалины. После отставки бывший главный тренер ФК Тобол Кончевский заявил, что, так сказать, в клубе много жуликов. Вы планируете встретиться с Кончевскисом и вмешаться в ситуацию?
Я буквально об этом вчера узнал, что о заявлении господина Кончельскис, конечно, будем разбираться по возвращению. Рахмет. Неге кезет? Маржан Сабет, бізбен тікелей байланыста. Маржа ханым. Саламатсыздар ма? Менің бірінші сұрағым, Қостанайда құны 4 миллиард теңге тұратын мұз сарайына қатысты дау туындап жатыр. Мысалы, мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында словакиялық компаниямен бірлесіп салынған болатын. Қазір жаңа мұз айдынының жұмысы тоқтап тұр. Словакиялық мердігер мемлекет тарапынан қолдау болмаған, сол себепті қажетті шығындарды көтере алмайтынын айтқан. Алғашында мұз сарайы 6 жыл бойы жекеменшік сенімгерлік басқаруда болады делінген. Тұрғындардың айтуынша, қазір ескі мұз сарайы да жарамсыз болып қалған. Мұндай даудың туындауына кім жауапты? Мәселе қалай шешіледі? Бұл мәселе шешіліп қалды. Жаңағы жаңа салынған мұз айдынының қожайындары словакиялық компанияның басшылығымен кездесіп, бүткіл қалған жұмыстарын толығымен бітіріп, облыстық коммуналдық меншігіне беретін болады, өзіміз соны пайдаланамыз. Облыстық бюджеттен өзі қаражына бөліп, өзі ұстап тұрады, балар, жаңағы сол жастар жаңа мұз айдынымен толығымен пайдаланады. Ал енді ескі мұз айдыны туралы айтып отырсыздар, жуырда ғана ата-аналармен де кездесіп қалдым, ол жерде де біраз сұрақтарды ата-аналар қойып отыр, ең біріншіден сол жөндеу жұмыстары, бұған да келесі жылдың бюджетінен тиісті қаражат бөлінетті, бұл мұз айдынында қалпына келтіре аламыз, қаражат табамыз. Мен ана жолы кезескен кезінде де осындай уәде бердім. Сұрағым нақтылай кетініші, қателеспесем 2018 жылы басталды ғой құрылысы. Жалпы бұндай даудың туындауына кім жауапты? Осы мәселенің осындай шығуына кім жауапты? Осындай шешім қабылдаған үшін бе? Осындай дауға айналып кеткен не кім жауапты деймін да? Мердігер ма, мемлекет пе? Жоқ, мемлекет оған жауапты емес. Жауапты емес. Мемлекет тарапынан ешқандай шығын жоқ. Өз ақшасымен салынған объекттер. Енді арендаға беріп, кәдімгідей, олар да ақшасын бізден алып тұруға бір жоспар болған еді ғой. Енді ондай жоспардан басын тартып, қазір жаңағы бізге беретін болды. Екінші сұрағым менің, өңірде жол мәселесі әлі де шешімін таппай отырған сыңайлы, бұны халықтың айтқан пікірлеріне қарай соны анықтап отырмыз. Халықтың айтуынша Майлин, Қарасу аудандарындағы жолды жыл сайын су басында қалатын көрінеді. Осы мәселе қашан шешіледі жалпы жол мәселесі өңірдегі? Соған тоқталып өтсеңіз. Мен жаңағана өз сөзімде де айтып кеттім жолдардың жөндеуі туралы. Биылғы жол жөндеу жұмыстарына 56 миллиард теңгенің көлемінде қаражат бөлінді. Мен ауыл жерлерге дейін баратын жолдарды кезек-кезекпен, халықпен кезеккен кезінде соны үнемі айтып тұрамын. Ең біріншіден бұл жұмыстарымызды біз ірі ауылдардан бастаймыз. Үш жылдың ішінде әрбір ауылға баратын жол жөнделеді. Ең бірінші кезекте ол ірі ауылдар болады, одан кейін кезек-кезекмен, кәдімгідей, әрбір ауылға жол жөнделетін болады. Тіпті бұрынғы асфальт болмаған ауылдарға біз әрине асфальт төсе алмаймыз. Бірақ қана оны грейдер, жақсылап грейдерді жөндеп, жақсылап ұстауға, тіпті асфальттан кем болмайды ол, жақсылап істесе. Кезек-кезекмен жаңағы жоспарымыз бар, қаражат бөлінетін болады. 26 жылға дейін толығымен жұмысты біз бітіре аламыз. Рахмет. Рахмет, Маржа ханым. Рахмет. Total KZ, Айнур Коскина. Айнур, пожалуйста. Бүгін шынымен де 38 журналистің барлығы сұрақты үлгеретін сияқты. Рахмет, әріптестер тағы да. Добрый день. Недавно в Костанайской области, в Костанае проходил форум приграничных регионов, да, было выделено 11,3 миллиарда тенге. И, как пишут мои костанайские коллеги, фактически от этих денег
кустанайцам вообще, ну, грубо говоря, ничего не сделали. За эти деньги плюс один дворец школьников на 650 учащихся и 4 отремонтированные улицы в центре города. Это те улицы, по которым должны были ездить президент нашей страны, президент России, которые в итоге не приехали. А при этом даже в кустанайских дворах не появилось новых детских площадок. То есть вот эти деньги на что они были потрачены? Для чего это было делать на показуху, если у Костаная есть другие нерешенные, более острые проблемы? Вы знаете, этот вопрос мне задавали 6 лет тому назад еще в Петропавловске тоже. Вот для чего ремонтируем Петропавловск? Для показухи, что ли? Ну, что вот этим работа и завершится, на будущий год ничего не будет выделяться и так далее, и так далее. Но, как видите, в Петропавловске эта работа только увеличивается. Правильно же? Так и в городе Кустанае. Это не для какой показухи. Все эти объекты, которые отремонтированы были, они останутся и остались. Люди приехали буквально на один день. Прилетели на самолете, поселились в гостиницу, заплатили свои деньги, покушали за свои деньги. Все, мы даже бумагу не потратили на распечатку различных материалов. Мы отправили все по WhatsApp, программу, история Кустанайской области, все по-современному. Поэтому любые эти мероприятия, они только дают пользу, появляются новые объекты, ремонтируются. Мы ремонтировали не основные улицы, мы 69 улиц отремонтировали в этом году по городу. И по окраинам очень много дорог было отремонтировано. В том числе за эти средства, да? Или это было отдельное бюджетное финансирование? В том числе. Значит, я не выделяю, нет такого, что прямо специально под форум. Нет такого, Айнура. Для города, для развития города. Освещение, значит, ремонтировали по всему городу. Дороги ремонтировали. 69 улиц по городу делали. Ну, это все благо для людей. И на будущий год, значит, я уверяю вас, значит, эта работа будет продолжена. Аким Новоильинского сельского округа района Биембета-Майлина покупал вечером алкоголь. Комиссия по этике вынесла единогласное решение об увольнении акима сельского округа. Уволен он или нет? Да. Да. Именно на, именно на основании, это. Да? На этом на основании, да. Так делать нельзя. И тогда один вопрос. Какие креативные проекты вы собираетесь делать в Кустанае, такие, как делал в СКО? Например, там вот производство тазиков, куда вы возили, да, президента, там собирали планшеты из запчастей, привезенных из Китая. Какие креативные проекты вы собираетесь делать в Кустанайской области? Ну, я в своем выступлении сказал о таких проектах. Ну, производство сухого кобылевого молока. Это креативный проект. Значит, по качеству он не будет уступать саумалу. Мы же знаем, что полезные качества саумала, они полезны в первый час, ну, максимум полтора. Так вот, надо, чтобы вот эти полезные качества саумала, они были возможны к употреблению через некоторое время, через долгое время. И вот, пригласив немецкого инвестора, это немецкий инвестор реализовал, в прессе, наверное, вы слышали, что в Германии человек-то реализовал такую кобылью ферму, и сюда его пригласив, он здесь его реализовал, буквально за один год. Сейчас он ставит порядка 70 голов на дойку, в планах 1000 голов будет доиться, 40 тонн сухого молока будет производиться. Вот это же один из таких креативных проектов, которые реализовываются. Ну и плюс те же самые различные виды продуктов питания. Кондитерская фабрика – это мощный проект. 260 новых рабочих мест постоянных. Женщины там будут работать и так далее, и так далее. Поэтому все это будет выполняться. То есть это только то, что касается сельского хозяйства, а вот что касается там индустрии, таких индустрии. Есть такие проекты? Ну, индустрии, значит, я в своем выступлении не говорил, вагоноремонтный завод, он появится у нас, транспортно-логистические, значит, различные центры
появится. Шкода, значит, начинаем собирать на Агромаш Холдинг и так далее, и так далее. То есть вот, по самом деле индустриальных проектов очень много, но нужен нам газ. Нам нужен газ, нам нужна энергия. Вот поэтому мы и работаем над тем, чтобы добыть собственную энергию. Вот строительство первой солнечной станции в Кустанайской области, он позволит дополнительно вырабатывать собственную электроэнергию. Вот это очень важно. Мы за счет только трех проектов, которые будут реализованы, на 32% увеличим выработку собственной электроэнергии. Мы очень много электроэнергии получаем извне, из других регионов нашей страны. Мы еще энергозависимый регион. А я просто уточняю, раз разговор про газ зашел, не боитесь ли вы, то есть вы по газу полностью зависите от России, да, насколько я понимаю? Не боитесь ли вы, что вот российский газ, поставки закончатся? Ну, в смысле, не то, что будут прерваны, и у вас возникнет энергодефицит. Какое-то альтернативное, кроме как с солнечными батареями? Ну, задача сейчас правительства и на самом высшем уровне путем переговоров как раз-таки существует соглашение, которое обеспечивает поставки этого газа. Я думаю, что эти переговоры, они проходят все успешно. Мы это видим. Спасибо. Рахмет. Атамекен бизнес арнасы. Қостанай қаласында аумағы 400 гектар барлық инфрақұрылымы бар индустриялық аймақта екі кәсіпорын ғана жұмыс істейді. Мұнда кезінде 11 инвест жоба жүзеге асырылады деген не бәрі егі кәсіпорын жұмыс істеп отыр қазіргі таңда. Осы аймақ не себепті толыққанды пайдаланылмай жатыр? Екі жоба ғана емес. Ол индустриялық аймақта бірнеше жобалар іске қосылып істеп тұр. Оның ішінде жаңағы трактор жинау, комбайн жинау, тағы да екі түрлі тракторлар жинайтын құрылыс өндірістері істеп тұр. Тағы да айтарым, жаңағана өзім сөзімде де айтып кеттім ғой, ол шойын құю заводы, чугун литейный заводы қосылатын болды. Бүткіл құрылыс жұмыстары бітіп, бүткіл оборудованиесі қазір келіп отыр. Я оны қазір орнатып, пусканаладкасын жасап жатыр. Осы жылдың аяғына қарай қосылады, ал толығымен ол келесі жылдың бірінші жартыжылдығында толығымен жұмыс істейтін болады. Жаңағы Кия заводында ол да индустриялық аймақта орналасып отыр. Ол да завод екі жылдың ішінде бітіп, мен осы сөздерді көтеретін азаматтарды Қостанайға шақырым келеді. Өздері көрсін. Көз көрсін, білсін, кез келген азаматтарға мен барлығын көрсетуге дайынмын. Рахмет көп-көп. Алашорда кезектем. Серік Жолдасбай, қайырлы күн. Қайырлы күн. Еліміздің солтүстік және орталық өңірлері еліміздің батыс өңірімен неге байланыс алмай отыр? Мысалы, орталық батыс жолы қашан түседі? Қандай? Орталық батыс жолы. Орталық батыс жолы қашан түседі? Біз батыспен байланыстыратын. Тас жолы. Иә, тас жолы, иә. Ақтөбе арқылы жүретін жол ма? Иә, ішкі жол, батыспен байланыстыру. Енді бұл мәселені ылғи көтеріп отырамыз. Үкіметпен, министрлікпен. Әлі күнге шейін бұл сұрақ әлі шешімін тапқан жоқ, бірақ әкиматтың тарапынан бүткіл қажет ететін материалдарды, өтініштерді атап отырамыз. Бізде арқалықтан Жезқазғанға дейін баратын жолды жөндеуіміз керек. Қызылорда Жезқазған жолы, тас жолы ол жөнделеді. Оны білесіздер. Бірінші ретте Бұқара ақпарат құралдары арқылы әртүрлі хабарлар айтылды. Енді Жезқазғаннан арқалыққа шейін жол жөнделу керек. Былтыр қаражат бөліп, су құбырларды жөндеу жұмыстары басталды. Енді жадағы сол орташа жөндеу жұмыстарын жүргізіп, жаңағы айтарым тағы да Жезқазған арқалықтың жолын жөндеуіміз керек. Ал арқалықтан біз Астанаға қарай баратын жолды 38 шақырымды биыл бітіріп тастадық.
арқалыққа басаңыздар, оны көре аласыз. Ақмола облысының шекарасына дейін 38 шақырым ол жөнделді. Енді келесі жылы Ақмола облысының әкімдігі сол біздің шекарадан Державеткеге дейін жолды жөндеуге жоспарлап отыр. Сондықтан арқалықтың азаматтары Астанаға баратын жолды толығымен екі жылдың ішінде жақсы жолмен бара алады. Жақсы, нақтылау сұрағы, сіз өзіңіз Ахмет ауылына баратын жолды бақылаймын деп едіңіз. Сондай-ақ мына Біржақов ауылы саналатын Қызбел мен Бидайық жол қашан салынады? Осы екі Алаш арысының ауылына баратын жол әлі салынбай отыр. Осыны сіз шеше аласыз ба? Иә, ол өкінішке орай ондай факт бар. Былтыр да Жангелді ауданына барған кезінде де, халықпен кездескен кезінде де осы жол туралы айтылған, көтерілген сұрақ. Жарты жол жөндеуден өтті, енді жарты жол қалып отыр. Ахметтің ауылына дейін, қателеспесем, трассадан 100 шақырым. Енді сол 50 шақырымды жөндеуіне биыл 1 миллиард 100 миллион теңге бөлінді. Иә, жеңіп алған бір Қарағанды облысының компаниясы екен, ұтып, бірақ қана еш нәрсе істеген жоқ. Мінекей, ақшамыз бар, дайын тұр. Істемейсің бе? Істеген жоқ. Сондықтан, қазір Жангелді ауданының әкімдігі осы мердігермен келісім шартты бұзуға сот арқылы жұмыс жасап жатыр. Келесі жылы біз міндет түрде тағы да сол қаражатты бөліп, қажет болатын болса тағы да көбейіп бөлетін боламыз. Міндет түрде Ахметтің ауылына дейін жол жөнделу керек. Мен өде бердім, халықтың алдында өде бердім, айттым, қаражатымыз дайын. Яқсы, екінші сұрақ, Торғай өңірінің шаруаларына 1%-пен жеңілдетілген несие береміз деп едіңіз. Жалпы бұл жұмыстар қалай болып жатыр қазір? 1,5 миллиард теңге қаражат бөлінді 1%-пен. Қазір Жангелді, Амангелді және Арқалық қаласының кәсіпкерлері сол бүткіл құжаттарын дайындап, тапсырып жатыр. Қаражатымыз дайын. Жаңағы сол құжаттарын бітіріп тапсырса, қаржыландыруға дайынбыз. Рудинда қазақ мектептері туралы айта аласыз ба? Балабақша жетіспейді деп жатады, мектеп жетіспейді деп жатады. Қазақ мектебі Рудинда ашылады ма жоқ? Регламент барлығына бірдей үшінші сұрағыңыз. Рудный қаласында екі мектеп салынып жатыр. Ол қазақ мектептер. Сондықтан бұл мәселеде кезек-кезекмен шешілетін болады. Рахмет. Динара Нұрғалиева, 31 канал, пожалуйста. Елордаға қош келдіңіз. Менің сұрағым Қостанайдағы БМК 93 котельная туралы. 5 лет назад без ввода в эксплуатацию в 2018 году по временному акту работать начала эта котельная. Нам известно, что было возбуждено вот административное производство. Как обстоит ситуация на сегодняшний день? Подробности, детали этого дела, если сможете. Скажите. Я тоже знаю эту проблему, читал про нее, что эта котельная была построена. К сожалению, строители не завершили работу, попались такие подрядчики, которые вовремя не уложились и не завершили эту работу. Ну, по всей видимости, власти предприняли решение, сами, поскольку дома уже стояли, люди заселялись, нужно было дома обогревать. Временно запустили эту котельную, так, хотя там работы какие-то были не завершены. Это была вынужденная мера. И наверняка это было правильно на тот момент. Потом эту котельную передали Кустанайской энергетической компании на баланс для того, чтобы финансировать и до конца довести до ума.
Первоначальная сумма, которая была выделена, она, ее не хватило, и через конкурс это все делается. Компания, которая выиграла, она показала, это было какой 2021 год, когда все материалы взлетели в цене, вы помните это время, когда многие проекты по стране остановились в связи с тем, что строительные материалы, они выросли в цене. Обратились с просьбой о корректировке. Комиссия, рассмотрев доводы компании, посчитали, что да, нужна корректировка данного проекта, дополнительно были выделены средства, и сегодня уже эти работы близки к завершению суммой, которая была выделена дополнительно. И в декабре месяце до конца года акимат города докладывает, что будет запущена эта котельная, что позволит полноценно отапливать новые дома, которые были построены в микрорайоне Юбилейный. Поскольку на этажах не доходило тепло. Такие факты тоже были, когда встречались мы с людьми, об этом люди меня информировали. Поэтому я надеюсь, что этот вопрос уже будет решен. Этот год, декабрь месяц, уже точку поставите, да, вот в этом вопросе? Да, отлично. Икинчи Сурагым, второй мой вопрос касается вот подъемных. Министр Ажарганият, министр здравоохранения, в целом ваш регион не раз выделяла в том, что у вас, и вы сами в докладе говорили, вот подъемные 3,5 миллиона. Для медиков. Также вы привели статистику, озвучили по трудоустройству. Вопрос звучит следующим образом. Куда, какие вакансии, то есть на какие позиции идет сейчас трудоустраивается кустанайская молодежь? Какие профессии она выбирает? И есть ли альтернативы, вот такие же вот программы подъемные, региональные для трудоустройства кустанайцев? Я уже говорил о том, что у нас сегодня порядка 262 врачей не хватает по области, из них в сельской местности порядка 82. Последние данные были такие. Для того, чтобы решить эту проблему, мы, наверное, одну из самых высоких подъемных выплачиваем по стране. Это 5 миллионов тенге в сельской местности, кто желает работать, и 3,5 миллиона в городской местности. Вот в этом году мы должны 100 врачей, и на следующий год еще 100 врачей. 100 врачей пригласить, надо будет еще увеличен. Поскольку мы понимаем, что это крайне важно, особенно в сельской местности, поскольку приходит новое оборудование, строятся новые объекты. Вот я говорил, что 6 объектов медицинских будет построено в этом году, амбулатории в сельской местности. Еще порядка 16 начинаем на следующий год. То есть идет обновление, две региональные больницы будут у нас региональными, которые будут обслуживать несколько районов. И туда тоже поступает оборудование. Вот нужны люди, нужны кадры. И кадров не хватает. Поскольку в стране у нас вот медицинские вузы выпускают меньше. Была последняя статистика такая, что меньше, нежели чем потребность в стране медицинских кадров. Если я не ошибаюсь, значит, по-моему, была такая последняя информация. Поэтому, конечно же, нам надо выделять средства и делать дополнительные какие-то бонусы для того, чтобы приходили, учились. Жақсы. Жауабыңызға рахмет. Рахмет. Первый канал Евразия. Жанель. Добрый день, Кумар Иргибаевич. У меня больше уточнений, не вопрос. Вот вы говорили о том, что в городе Рудный, да, изношенность теплосетей 90% и увеличили финансирование в 7 раз. Итог есть какой-нибудь? То есть снизилась ли изношенность теплосетей? Износ снизился у нас, по-моему, до 64% по городу Рудному. До 64%. Он резко снизиться не может. Протяженность тепловых сетей по городу Рудному 182 километра. Из них отремонтировано магистральных 10,7. Теперь мы на будущий год также будем магистральные сети ремонтировать, но остались еще много внутриквартальных сетей, которые тоже достаточно изношены. Но мы видим, как действовать, мы провели анализ,
существующих сетей, начиная, где нужно ремонтировать, прежде всего, какие средства, вовремя проекты готовить надо. И поручение главы государства, нам нужно снизить в целом до 43% износа тепловых сетей. Спасибо. Рахмет. Рахмет. Кешірім сұраймын. Евгения Ермакова, Костанайские новости. Вы часто обращаете внимание на социальную ответственность сельхозтоваропроизводителей. Это, возможно, не всем нравится. Чем обоснована ваша позиция? Социальная ответственность сельхозтоваропроизводителей, да? Да. Ну, этот очень важный вопрос. Я действительно его очень часто поднимаю на встрече с населением, на встрече с сельхозтоваропроизводителями. Считаю, что сельхозтоваропроизводитель должен сделать все для людей, работающих на него. Это, как правило, село. Так ведь, да? Для жителей села, где размещен его бизнес, нужно максимально сделать комфортные условия проживания. Правильно же, да? Мы знаем, какие у нас села считаются комфортными по стране. Вот Нагы Ильясов, Кызылординской области. Недавно глава государства был там, в Кызылординской области. ТО, по-моему, Абзал ИК. Так, в Акмолинской области Родина, Саур. В Северокостанской области Новоникольская, Зинченко. Павлодарской области там Поляков. «Победа», по-моему, называется его предприятие. В Карагандинской области Шахтерская, Прокоп. Это мини-города. Мини-города, правильно? Чистота, порядок. А за счет чего это поддерживать? За счет чего это там так стало? За счет того, что именно сельхозтоваропроизводители, получая доход, они вкладывают в том, чтобы его село стало лучше. Люди, работники, которые на него работают, стали жить лучше. Мы со стороны государства дорогу сделаем, и в селе сделаем, и освещение сделаем, и воду подведем. Теперь нужно, чтобы сельхозтоваропроизводители были настоящими хозяевами вот этих сел, чтобы там было чисто, чтобы люди не хотели уезжать с этого села, чтобы там было производство, молочно-товарные фермы, чтобы открывались, откормочные площадки, различные виды бизнеса. Это несложно сделать. И надо просто иметь желание и быть действительно социально ответственным человеком. Вот на те поселки, о которых я говорил выше, нужно равняться всем нашим сельхозтоваропроизводителям. Мы не против того, чтобы они были богаче. Наоборот, говорим, развивай свой бизнес, будь богаче, но делай максимально для людей, которые на тебя работают. Угу. Очень просто. Рахмет. Второй вопрос, Евгений. Недавно вы рассказали о том, что положительно решен вопрос строительства газопровода из Актюбинской области. Расскажите, какой объем газа этот проект может дать региону и каковы приблизительные сроки реализации проекта? Это очень важный вопрос для нашей области, для развития нашей области. Хочу напомнить хронологию. В январе текущего года глава государства был с рабочей поездкой в Кустанайской области. Посетил город Кустанай, посетил город Рудный, посетил город Лисаковский. Тогда очень системно рассмотрел все аспекты развития области. И мы доложили о том, что вот мы получим дополнительные возможности, построим такие проекты, реализуем заводы, если будет газ. Сегодня газа нет. То есть развитие остановилось практически. Невозможно развивать дальше, потому что энергии нет. И глава государства очень оперативно дал поручение правительству. Правительство приняло решение, и газ, трубу будем строить. Новую трубу с Актюбинской области до города Кустаная, благодаря которой будут реализованы все эти проекты. Рахмет. Нуркизет, Асель Кинжалина с нами на связи.
Асель? Добрый день. Мой вопрос. Инвестиции в жилищное строительство Кустанайской области в 2023 году выросли на 18,1%. Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра жилья в регионе на сегодня составляет около 168 тысяч тенге. Как вам кажется, оптимальная ли эта цена для региона и что влияет на формирование стоимости? Цена, это не совсем правильно. Вы назвали 167, по-моему, да? Да. Около 168. Да, это цена не та, которая сегодня фактически существует, поскольку наверняка это методом опроса, либо методом какого-то анализа. Цена выше. Если смотреть, как сформировалась цена в зависимости от разработки проекта сметной документации, цена от 300 до 350 тысяч тенге за квадратный метр. Это по разработанным проектам. Конечно, когда люди строят частные дома, они проекты не разрабатывают и строят по факту. И там, конечно, цена немножко дешевле обходится, но цена, она выше значительно. Другой вопрос. Нам нужно максимально нашей строительной компании обеспечить собственным строительным материалом, чтобы начинать влиять на эти процессы. Вот эта задача, которая стоит. Условно говоря, у нас 5 кирпичных заводов, но потребность 100% мы не закрываем. В этом году открыли газоблочный завод, который примерно закрывает потребность на 30%. Остальное завозится извне. Сухих смесей очень мало. Арматуру мы закрываем на 100%, поскольку арматурный завод, вот Каспиансталь, он 100% закрывает потребности нашей области. И так далее, и так далее. Но рынок должен быть стабильный. Деньги государство должно выделять побольше по линии от Басабанка, различные программы. И тогда мы можем суметь наверняка снизить стоимость квадратного метра. Асель, второй вопрос есть у вас? Спасибо, вопросов нет. Спасибо, до свидания. Ахмет. Дәурен Ирбулатов, халықны. Саламатсыз Дәурен Ерболатов халқына, менің сұрағым мынандай, негізі жергілікті жаңалыққа қатысты. Осы Қостанай облысы Аркалық қаласына қарасты Маятас ауылына алтын өндіру зауыты салынуы мүмкін деген ақпарат бар екен, бұл рас па? Ол зауыт қашан салынады? Сонымен қатар, егер осы зауыт салынса, оның іргесінде жабылу қаупі төнген Сараторғай, Қараторғай ауылдарының инфрақұрылымы дамый ма жалпы? Инвесторға айтып берсеңіз. Қазір мен өз сөзімде де айтып кеттім. Маятас туралы. Қазір зерттеу жұмыстары өткізіліп жатыр. Ең біріншіден сол зерттеу жұмыстары біту керек. Я бүткіл запастары кәдімгі дәлелдену керек. Сосын бүткіл запастары дәлелденсе, жаңағы сол инвесторларымыз бар, оның қаражаты бар. Я тез арада жаңағы сол барлау жұмыстарын жүргізуге дайын. Тиісті көмек жаңағы мен айтып кеттім ғой, инвесторларды біз сол басынан бастап аяғына дейін көмектесіп тұру керекпіз. Сол министрлікпен қажет ететін қаражатты, қажет ететін құжаттарды дайындап, рұқсат қағаздарын дайындап барлығын жасап жатырмыз. Вот бір 3-4 күн болды, тағы да сол компанияның басшылығымен сөйлестім. Барлығы да сол жоспар ретінде жүріп жатыр деп айтып отыр. Әрине, бұл үлкен ол завод емес, ол комбинат болады. Комбинат болайын деп тұр. 300 миллиардтен аса инвестиция тартылады. 1200 адам жұмысқа тартылатын болады. Жылына 37 миллиард теңгенің көлемінде салық төленетін болады. Әрине, арқалықтың маңайындағы орналасқан ауылдың бүткіл азаматтар жұмысқа тартылатын болады ғой, солай емес пе? Бұл қай компания және алтын 300 миллиард теңге ғой, сіз айтыңыз. Қай жақтан инвестор құпия болмаса? Ресей мемлекетінің инвесторлары. Ал жоба қашан іске қосылуы мүмкін шамамен? Мен жаңағыны айтып кеттім, жаңағы сол зерттеу жұмыстары біткеннен кейін
келесі жылы бітетін шығар деп сондай жоспарымыз бар. Өзімізді тездетіп отырмыз. Жақсы. Рахмет сізге. Рахмет. Қазақстан ұлттық арнасы, Кенжебаева Қарагөз. Қайырлы күн. Жыр болған жол. Бір мәселені неменеге қайта-қайта езе берді демеңіз, бірақ маған келіп түскен ақпарат бойынша. Бағанағы Ахмет Байтұрсынұлы туған ауыл, аудан орталығынан ауылға дейінгі көне шақырым, 107 шақырым екен, нақтырға айтқанда, иә. 107 шақырымның... Иә, иә. 107 шақырымның, сіздегі бар мәлімет бойынша 50 шақырым жерге жол төселген, біздегі бар мәлімет бойынша 30 шақырым жерге жол төселген, бірақ онда да әу баста айтылғандай асфальт емес, қиыршықтас төселген. Және сіз айтып отырған қарағандылық мердігер қазан айында былтыр жарияланған конкурсқа неліктен екен белгісіз, бірақ қазан айында жеңген және оны жол төсеуді қарашаның 18-інде бастаған. Неліктен сыйыр құйымшақтанып кетеді бұл мәселе, біріншіден, иә, бірінші сұрағым. Екіншіден, жалпы сіз айтып отырсыз, 3 жылдың ішінде барлық ауылдарға жол салынады деп, шынымен бұл расымен іске асырылатындай шаруама, бір жол, бір ауылға жолды бір жыл жырлап салмай отырғанда 3 жылдың ішінде барлық ауылдарға салып тастаймыз дегенге кішкене өз басым сенің кірмей тұрмын. Оны дұрыс түсіну керек. Өйткені кейбір азаматтар ойлайды, өмір бақи асфальт болмаған ауылға асфальт төселеді деп. Оған ондай үкіметтің қаражаты жоқ. Солай емес пе? Бірақ бұл жолды да қалпына келтіруге болады. Ремонт арқылы. Оған көп қаражат керек емес. Ал мысалы, асфальт болған ауылға біз міндетті түрде жөндеу жұмыстары жүргізетін боламыз. Ол барлығы да есептеліп отыр. Бірақ тағы да айтам, асфальты болмаған жолға біз асфальт төсейміз деген ешкім ешқашан да уәде бермеген. Ол мүмкін емес. Оны дұрыс айтып отырсыз, оған миллиардтаған ақша керек. Жаңағы Ахмет Байтұрсынов ауылына мердігер жаңағы айтып кеттім ғой. Қарағанды облысының бір мердігері 1 миллиард 145 миллион көлемінде қаражат бөлінген, иә, ұтып алған, бірақ ана еш нәрсені жасамаған екен. Еш нәрсені жасамаған. Тіпті келіп анау қажет ететін материалдар тасымай ма? Дайындамай ма? Мүлдем жоқ. Енді неліктен сондай жолдарды бұрын соңды уақытында жасап отырған мердігер компаниялармен келісім шартқа отырмасқа, неліктен оның барлығы алдын ала тексерілмейді? Заң ғой. Ол мемлекеттік сатып алу заңға сәйкес, біз еш нәрсені жасай алмаймыз. Өздері түсет. Тіпті қазір бір адам оны шешпейді, комиссия шешпейді, оны компьютер арқылы шешеді. Кез келген компания қатысады. Маңғыстаудан келіп, қатысам деген азаматтар да қатысып отыр. Маңғыстаудан келіп, компаниялар кейбір жұмыстарды, жөндеу жұмыстарды жүргіземіз дейді. Қатысып отырады. Не істейсің, мен оны кедергі жасаймаймын. Демек, Ахмет Байтұрсынұлы ауылы биыл тағы да жолсыз отырады, иә? Өкінішке орай солай болып тұр. Қашан жол салынып бітеді? Келесі жылы бюджеттен тағы да, мен жаңағы айтып кеттім, ол менің міндетім. Мен халықтың алдында уәдемді берген едім. Ол қасиетті жер. Соған баратын жолды міндетті түрде жөндеуіміз керек. Енді кешіріңізді, екінші сұрағымды қояйын. Біріншісі енді жол туралы болды ғой. Екінші сұрағым орманға қатысты. Әулегеол ауданындағы орман өртіне қатысты, иә. Алдында бір 42 айында ақпарат шыққан еді. Орманшы жетіспей жатқандықтан жан-жақтан орманшыларды тартып жатырмыз. Жаңағы орман алқабын қайта қалпына келтіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз деп. Ол жұмыс аяқталды ма? Қашан аяқталады? Және жалпы мынау құрғақшылыққа байланысты орман өрті деген мәселе аптапқа байланысты, жаһандық аптапқа байланысты өршіп тұр ғой орман өрті деген мәселе, иә. Соған байланысты алдын ала Семей ормандағыдай жағдай қайталанбас үшін алдын ала орманшылардың санын көбейту деген сияқты, білмеймін, алдын ала бір жұмыстар қандай да қарастырылып жатыр ма? Көбейтілді.
урманчылардын саны, олардын жалақысы да көбейтілді, оны білесіз. Бюджеті де, қателеспесем, 2,5 есеге біраз облыстық бюджеттен анау тракторлеріне, анау қажет ететін механизмдерді пайдалану үшін, алу үшін, қаражат бөлінді. Толығымен 100% қазір орманшылардың саны толтырылды. Енді өрттен кеткен орманды 32 гектар, оның қазір барлығын біз кесіп тастау керек. Бүгінгі күні әрбір компанияларға қатысындар, барлығын жасап береміз, келіп алындар, строй материалға алындар, кесіндер деген біз бүткіл Қазақстанға осындай хабарды жеткіздік. Өйткені өзіміздің облыстағы осы мен айналысатын азаматтар аздау болды. Демек, қалпына келтіру жұмыстары орман алқабының әлі жалғасып жатыр ғой? Жалғасып отыр. Қашан аяқталатыны белгісіз? 1-2 жылдың ішінде бітіреміз деп сондай жоспарымыз бар. Рахмет. Коллеги, я в начале пресс-конференции просила уважать друг друга. Мы сейчас дошли до вас, потому что до вас наши коллеги, ваши же коллеги, придерживались регламента. Правила для всех едины. У нас время пресс-конференции ограничено, и еще в очереди один наш журналист. Поэтому, пожалуйста, прошу, 2 вопроса. Если вы не удовлетворены, после пресс-конференции можете уточнить. Салат Тохтаров, Бас Ньюс. Сурах жок. Егемен Казахстан, Елмурат Нурбой. Мархабат. Сіздетсеңіз. Ассаламу алейкум, Әкім Мырза. Менің сұрағым ауылға байланысты. Ауыл туралы көп нәрселер жақсы айтып өттіңіз. Енді мен нақты бір сұрақ қояйын. Осы соңғы 3-4 жылда Қостанайда қанша ауыл қысқарды? Және әрбір қазақ өзінің туып өскен ауылын, өзінің туып өскен өңірінің жойылып кетпеуін қалайды. Сол адамдарды қалай сол ауылдарда тұрақтандырып қалу үшін қандай амал шара жасап жатырсыздар? Рахмет. Ондан тенденция бар. Өкінішке орай. Бір 50 шақты ауыл қысқартылды, шабылды. Себебін де білесіз, мен жаңағы сол ауылға байланысты көп бірнеше ойымызды айтып өттім. Ең біріншіден жұмыс болу керек. Солай емес пе? Әрбір ауылда істеп атқан бизнес өкілдері істейді. Соны халықты, өзінің халық туған ауылын ойлап, халықты ойлап жұмыс істеу керек. Адамдарға жұмыс берілсе, ауылда тұрады адамдар. Қостанай облысында да және де басқа облыстарда көп үлгі табуға болады. Мысалы, Қостанай облысының Ұзынкөл ауданында Убаған деген кішірім ғана бір ауыл бар. Кішкентай ғана бір ауыл. Бірақ сол ауылдан шыққан азамат сол жерде тұрып отыр. Бүткіл халықтың жағдайын ойлап, ауыл гүлденіп тұр. Кішкентай ғана ауыл. Бірақ жаңағы сол бірнеше жыл бұрын ол да жабылады, ол да қысқартылады деген әңгіме көп болушы еді. Бірақ жаңағы сол болады деген жігіт, сол ауылдың шыққан азаматы елді ойлап барлығын жасап жатыр. Енді басқа ауылдардан азаматтар көшіп келіп жатыр сол ауылға. Ол міндетті түрде әрине жабылмайды. Сондай азамат болу керек. Елді халықты ойлайтын. Мен соны үнемі айтамын. Жерің болса, елді ойла. Жерің болса, халықты ойла. Солай ғой. Сонда адам ешқайда көшпейді, сол жерде тұрады. Жалақысы төле жақсылап. Суын біз тарталамыз, жолында дұрыстаймыз деймін. Жарықтандыру мәселесінде шешіп тастаймыз. Мектепті ұстаймыз. Амбулаторияларда жұмыс істейді. Бірақ жаңағы сол барлығын сол
берекелі ауыл болу керек қой. Ал берекелі ауыл, ол жаңағы сол. Сол жерде әр берекелі ауыл болу үшін, әрине, сол жерде істеп атқан азаматқа байланысты. Шаруа қожалықтың басшылығына байланысты. Сонда азаматтарды, мысал, салық жағынан ба, басқа бір қолдау, қуаттау шаралар бар ма мемлекет тарапынан? Тек қана моралдық қана, моралдық қолдау. Басқа анау салық жөнінен, басқа жөнінен ешқандай механизмдері жоқ. Халық үшін жұмыс істесе, халықтың бір алғысын алады ғой азаматтар. Ал халықтың алғысы ең жоғары алғыс, сол емес пе? Жақсы, рахмет. Рахмет. Азамат Серхан, Стан Кезет. Қайырлы күн. Менің бірінші сұрағымна өткен жылы... Өткен жылы осы Қостанайда бір ер адам алкогольдік ішімшу кезінде жаңа әйелі мен құрбысын пышақтап өлтірген болатын. Бұл қоғамда үлкен дау тудырған. Анықталғандай әйел адам жаңа өлтіргенге дейін полицияға 49 рет хабарласқан. Бұны прокуратура өкілдері мәлімдеді. Енді бұл жағдайдан кейін шынымен де қоғамда шу болды. Яғни Қостанайдағы полиция мамандары жұмысына немқұрайлықпен қарайды деген пікірлер айтылды. Енді осы жағдайларда ескеріп сіз өңір басшысы ретінде қандай бір қауіпсіздік нығайту шараларын ұйымдастырдыңыз? Неліктен мұндайға жол берілді? Жалпы сіз қауіпсіздік шараларын қаншалықты бақылайсыз? Ең біріншіден материал-техникалық базасын жақсарту керекпіз полицияның, солай емес пе? Одан кейін қаламызда биыл 1000-нан аса әртүрлі бейне камералар орналтып отырмыз. Оны бейне камералар, видеокамераларды орнатып отырмыз. Ол көшелерді, үйдің қасындағы алаңдарды қарап отырамыз. Ол да полицияның жақсы істеуіне бір жақсы әсер ететіні сөзсіз, сол емес пе? Әртүрлі жаңағы сол материал-техникалық базасын жақсартатын әртүрлі құжаттарды, қаражатты беріп отырмыз. Ол бір жақсы әсер болады деп есептеймін. Қоғамның пікіріне сіз қалай жауап бередіңіз? Қостанайдағы полиция мамандары жұмысына немқұрайлы қарайды деген? Жалпы, мынау 10 айдың қорытындысы бойынша құқық бұзушылық төмендеп жатыр. Әртүрлі нәтижені позициямен 30%-ке төмендеген сияқты. Әрине, ондай жағдайлар болып тұрады. Әрине, ондай жағдай шыққан кезінде күшейту жұмыстарды міндеттерін жүргізетін боламыз. Екінші сұрағым, кішкене енді тақырыптан тыс, біз бір мынандай ақпараттарды көзіміз шалып қалды. Енді оның рас отырғанда өзіңіз айтып берсеңіз, кейбір ашық деректер бойынша сіздің туыстарыңыздың көбі Қостанай облысында мемлекеттік қызметте екен, сондай ақ жеке кәсіппен айналысатындар да баршылық деп жазылған. Бұған сіздің жоғары лауазымда жүргеніңіз себеп болмады ма? Бұл бір журналистің телеграм каналында жарияланған жаңағы туыстарыңыздың аты жөні барлығын қазір ұмытып тұрмын, көрсете аламын. Солар тізімдерімен жарияланған. Енді бұл қаншалықты рас ақпарат бұл? Сондай деректер көп. Мемлекеттік қызметте жүрген туыстарым жоқ. Мемлекеттік бір ғана азамат істеп, көптен бері істеп жүр, ал қалғандары мемлекеттік қызметте мен білмеймін. Кәсіппен айналысатын туыстарым жоқ. Кәсіппен айналысатын туыстарым жоқ. Жеке кәсіппен айналысатын туыстарым жоқ. Жеке кәсіппен айналысып жүргені де бар. Пожалуйста, ол. Әр адамның өз еркі ғой. Жаңағындай тек сұрап тұрғанымыз бірнеше жаңағы сізге қатысты туыстарыңыздың тізімі жарияланғаннан кейін ғана сұрап тұрмыз. Қандай басқа не жоқ? Жоқ. Жақсы, рахмет. 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 Бағдат Асылбек, Азаттық радиосы бізбен тікелей байланыста. Бағдат, қайырлы күн. Қайырлы күн. У меня один такой вопрос. Летом прокуратура Костанайской области сообщила, что зафиксированы попытки рекрутинга местного населения на территорию России для участия в войне в Украине. Информация прокуратуры в комментариях. Микрофон подальше держите, пожалуйста. Да, да, да. Слышим, да? Да, у вас шумом идет. Микрофон подальше, пожалуйста, держите. Повторите вопрос сначала. Да, да, да. Летом
Прокуратура Костанайской области сообщила, что зафиксированы попытки рекрутинга местного населения на территорию России для участия в войне в Украине. По информации прокуратуры, в комментариях там также были содержались сепаратистские призывы касательно целостности территории нашей страны. И эти комментарии также исходили от, в том числе от жителей Казахстана, Костанайской области. Данные действия, в том числе и рекрутинг для участия в войне, то есть вербовку на войну, считается запрещенным национальное законодательство и международные правовые документы. Хотелось услышать ваше мнение, в курсе ли были этой информации прокуратуры и почему такая ситуация вообще возникла именно в Костанайской области, потому что в других регионах мы не видели такое официальное сообщение. И какую картину или проблему это показывает? Спасибо. Ну, сразу хочу ответить, что это не массово, этих фактов. Мы знаем об этих фактах, они были у нас в приграничных территориях, районах. Два факта, по крайней мере, я знаю. Были попытки, ну, были определенные какие-то листовки, появились, но мы быстро выяснили, кто это этим занимается, и, естественно, все меры были предприняты для того, чтобы наказать этих людей по соответствующему закону. А какое наказание в итоге получили? И вообще, в целом, чем завершилось это? Какое наказание в итоге получили? Что? Какое наказание в итоге получили? Ну, сейчас еще до сих пор это продолжается. Эти факты были буквально недавно. Угу. Спасибо. Там целая процедура соответствующая. Угу. Но ни один факт, вообще, какие меры? Ни один факт он не будет пропущен. И все люди, занимающиеся этим видом деятельности, они получат соответствующее наказание. А это в каких городах происходило? Или в селах? Вот вы говорили, два кейса там. Это не в городах, это было в селе. Угу. Спасибо, и какие меры предпринимают власти региона для недопущения, чтобы не повторилось подобное с попыткой вербовки жителей Костанайской области? Ну, во-первых, значит, там это был Узункольский район, значит, это граница, опять-таки, с сопредельным государством. Еще один район, где тоже с сопредельным государством. Наверняка это какие-то были попытки, ну, как их характеризовать сейчас мы не можем, но все меры по устранению, задержанию и выяснению всех обстоятельств они принимаются. Спасибо, Багдат. Елькезет Отырбаева Бахчан, бірінші сұрағы Құмар Үргебайлы жаңағы Қостанайдағы Тобыл клубы, клубының директоры Андрей Кончискиске байланысты екен, оған сіз жауап бердіңіз. Онда екінші сұрақ, жазда клубтың 50% акциясын Әлімжан Қалдияр деген жас жігіт сатып алғаны айтылды. Бірақ жарты жылдай өтсе де Қалдиярдың клубқа өз қаржысын салғанын әлі көрген жоқпыз. Бейресми деректерде сіздің туысыңыз екені айтылды. Бұл қаншалықты рас? Және Андрей Кончискис Қалдиярдың үстінен бұрын алаяқтық туралы іс қозғалған дейді. Осы туралы не дейсіз? Мен жаңа да жауап берген сияқтымын. Енді келгесін барлығын жинап алып, анықтайтын боламыз. Жеке кәсіпкерлерді әртүрлі спорт клубтарына тарту тәжірибе ол бар. Я ол да керек, өйткені барлығын тек қана мемлекеттің қаражатымен ғана көтеруге болмайды. Ол бүткіл шетелдік тәжірибеге сүйеніп, әртүрлі кәсіпкерлер тарту керек. Тағы да айтам, келгесін бұл сұрақтар қарайтын боламыз. Рахмет. Әкімірзам, Дан Алиева хабарынасынан, бұл Қостана облысында ауылдарды ауызсумен қамту бойынша бірнеше жоба аяқталмай қалды. Орталықтандырылған су жүйесін тарту үш ауданда әлі созылып кетті. Кей елді мекендерде құрылыстың басталғанына үш жылға жуықтады. Әлі күнге су жеткен жоқ. Мердігерлер материалдардың қымбаттап кеткендігін, сметаны қайта есептеу ұзақ уақыт алатындығын алдыға тартады. Одан кейін екі жақ соттасты. Салдарынан төрт жоба келер жылға қалдырылды. Осы мәселе қалай шешілмек? Ондай фактілерде болады. Ең бірінші себебі жаңағы сол ұтылып қалған компания, ұтқан компанияға сот арқылы процесстерді бастайды.
анау жоғарғы сотқа дейін барады. Бір жылға дейін созылып кетеді. Екінші себебі жаңағы 2021 жылы, 2022 жылдың басында да сондай фактілер бол, материалдарының қымбаттауына байланысты. Жобалық сметалық құжаттамалары сол жаңадан қарау қажеттігіне байланысты болып тұрды. Ол да созылып кете береді. Ол жаңадан дайындалады. Одан кейін жаңа қаражат бөлінетін болады. Ол да процедура. Сол бүткіл процедуралар жаңағы біраз уақыт талап етеді. Бірақ жаңағы сол бастаған жобалар бірде бір жобалары сол аяғына дейін міндетті түрде аяғынан жетеді. Басталған жобалар жай ғана қалмайды. Міндетті түрде бастасақ, оны аяғына дейін жеткізетін боламыз. Рахмет, әкім мырзам. Мынандай сұрақ жалғасы. Құрылыс монтаж жұмыстары байқауының қорытындысы қайта қаратылғандықтан және іс сотқа берілгендіктен екі жоба тоқтап тұр. Бұл Денисов ауданының Приречен, Акраин ауылдары және Қарабалық ауданындағы Лесной елді мекеніне қатысты. Мұның сыртында тағы 5 жоба бойынша түйінді мәселе бар. Осылар қалай шешілмек? Ол да жаңағы сол су мәселесі болып тұр, иә? Ол да солай. Иә. Ол тоқталып тұрса, себебі содан шығар, жаңағы сот арқылы демесе уақытында жобалық сметалық құжаттамасы дайын болмағандықтан, бірақ тағы да айтам, бастаған жобаларды біз аяғына дейін жеткізетін боламыз. Рахмет. Рахмет, әкім мырза. Алина Біржанова, хабар арнасы. Алаңымызда жоқ. Әсел Әбілбек, Бақкезет. Алаңымызда жоқ екен. Ордан. Вопрос по расследованию причины смерти близнецов из города Рудное. Прошло уже 14 месяцев после гибели детей от отравления. Результаты экспертизы из Москвы получили еще в сентябре 2023 года, но до сих пор причина смерти не объявлена официально. Кто и почему затягивает с оглаской результатов экспертизы, когда озвучат причину смерти? Ну, это, наверное, расследование ведут құзыретті органдар жүргізіп жатқан шығар, я? Телегеуді, соларға жіберу керек шығар, я? Онда бұл сұраққа құзыретті органға жолдасаңыздар. Тенгри Ньюс, Алина Шашкина. Әріптестер, байланыста бар мекен, Алина? Меня слышно? Да, вас слышно, Алина. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, Кумар Ирбаевич. Вот вы являетесь акимом Костанайской области уже около года. Назовите, пожалуйста, 3 главные проблемы региона и 3 главных достижения. Спасибо. Ну, я бы хотел бы объединить 3 в один самый главный проблемный вопрос, который сегодня сдерживает экономику, это отсутствие газа. Я уже говорил о том, что сегодня развитие экономики и существенное улучшение качества жизни людей невозможно без приобретения дополнительного объема газа. И вот это главная проблема. И это же будет главным достижением нашей области, когда он придет, этот дополнительный объем газа, в город Кустанай. Я уже говорил выше, что глава государства, по поручению главы государства, правительство приняло решение. Сейчас идут работы по строительству, не по строительству, а по технико-экономическому обоснованию. Потом пойдет проект с экспертизой, и мы надеемся, что строительство начнется очень быстро. Это очень важнейший проект. Все, о чем мы сегодня говорили на пресс-конференции, строительство заводов, запуск фабрик, перерабатывающих предприятий, это все благодаря будет дополнительному объезу энергетики, в которой мы так нуждаемся. Мы говорили о том, что 28% только сел у нас газифицировано на сегодняшний день. Существенно будет газификация. Я это знаю, поскольку прожил в сельской местности немало и знаю, что такое топиться углем. Знаете, ночью засыпаешь 3-4 ведра, а утром просыпаешься в холодном доме. А когда газ, это постоянное тепло, это удобно, это здоровье, это существенное улучшение качества жизни. Вот это вот будет главным достижением нашей области. Рахмет. Спасибо. Рахмет.
Спасибо, Алина. Құрметті Құмар Үргебайұлы, осымен келіп түскен сұрақтар таман, уақыт бөліп, келіп түскен барлық сұрақтарға үлгеріп жауап бергеніңізге алғыс айтамын. Сонымен қатар біздің әріптестерімізде үлесі бар. Көп рахмет әріптестер. Сәттілік тілеймін сіздерге де. Құмар Үргебайұлы, сізге де сәттілік тілеймін. Аман сау болыңыздар. Рахмет.